спектаклем «Лебединое озеро» открылся международный фестиваль классического балета «Стерх», посвященный 90-летию великого хореографа Юрия Григоровича. Первый спектакль фестиваля посетила и моя коллега Юлия Великодная. Спектакль «Лебединое озеро» был поставлен Юрием Григоровичем на сцене Якутского театра еще в 1999 году. Сегодня в рамках фестиваля главные партии исполняют ведущие артисты Большого театра. Очень хорошая публика в Якутии именно тем, что она уже понимающая, то есть она приученная. Потому что очень часто бывает, что театр есть, и публика приходит, но видно, что публика не разбирается, да, то есть мало понимает. А в Якутии уже публика оценивающая, да, то есть грамотно понимающая, что происходит. Гости фестиваля – ведущие солисты из театров Москвы, Башкирии, Казахстана, Китая и Краснодара. Совместная работа с якутской балетной труппой имеет большой вклад в развитие театра. Такие фестивали, они, конечно, позволяют свериться своими возможностями, с другими возможностями других театров, посмотреть, как живут другие ведущие театры, что нового на балетном искусстве. Многие приглашенные гости не первый раз выступают в Якутии. А вот исполнитель партии Тибальда в спектакле «Ромео и Джульетта» впервые окажется на сцене перед якутским зрителем уже завтра. Необычно для этого времени, холодно. Я почитал, узнал, мне ребята рассказали. Уникальное, конечно, место. Здесь не бывает, да, практически осени и весны, бах, из лета в зиму, из зимы в лето. И также температура поразительно быстро падает. Это, конечно, ощущения странные. Еще два спектакля «Ромео и Джульетта» и «Спартак» смогут посмотреть жители и гости республики с участием ведущих артистов России, Казахстана и Китая. Юлия Великодная, Андрей Рукавишников, Владимир Павлов, НВК Саха, Якутск.